Всем привет! Сегодня мы решили спонтанно заехать в парк Царицына. Пока теплая погода, погулять, посмотреть фонтаны и немного развеяться. Напишите в комментариях, были ли вы в этом парке и какие ваши впечатления. Это мы приехали в Царицынский парк. Маме показать, прогуляться самим. Это у нас попытка номер два. Мы уже один раз приехали, и Аполлон плакал. Мы толком не погуляли, мы зашли и вышли. Как вам погода? Погода классная, тепло. Ма, как погода? Супер. Положка спит. И погода сегодня супер. Зато людей много. Это воскресенье. Идем на прикормку, кормежку. В первый раз сдали соску, и она такая прозрачная. Так смешно. Ты видела? Потом смешно, даже я потом проснулся. Ну хотя бы успокоился, а то орал уже целый час. Теперь надо соску держать на ней, чтобы он, если будет укрывать, чтобы она не улетала далеко. У нас ну есть. Да. Есть? Лежит, да. Выдвижной ящичек, там голубые бубенчики. Глядите, ушечки, чуешь? Чего они прозрачно сделали? Кажется, смешно вам, да? Да он не кричит, успокоился. Ну да. Ну, вполне же и искусал бедную сисочку. Mm-hmm.
сегодня ездили, кстати, по глазам, что у него они желтые. Сказали, это нормально еще. Все пойдет. Тихо, не надо мне это. Не появился. А молока нету. Там мы заходили сейчас на работу. Идем по коридору в машину. Аполлон спит. А тут темно, не видно. Нет, там что-то видно. Спящий. Вот, мы уже немножко держим голову, учимся после еды, немножко держим голову. Конечно, мы неправильно делаем, что на кровати, на мягкой, надо на жестком хотя бы столике, но хотя бы, это мы сейчас просто переодеваемся. Да? Подними чуть голову. Я? Нет, ну, надо по спине поводить, да, тогда он поднимает голову. Вот, чуть-чуть. Да. А то он устает и выпускает голову. Ищет силы, да? Да. Вот. Молодец. Умничка. Я устал, да? Сейчас обратно поверну. Штанишки натянули уже, все. 20 минут надо, да, держать? Его надо несколько раз за день переворачивать, 5-6 раз. Может быть, чуть подольше надо держать его. Давай еще раз сейчас перевернем. Можно носки надену? Ладно. Давай перевернем для видео. Да. Теперь давай в эту сторону. Чтобы ты не привыкал к одной стороне. Давай вот теперь в эту. Давай. Вот так. Давай. Головочку. Подавился, что ли, слюнка? Обратно его? Что там с ним происходит? Качай шею. Где? Во, поднял, молодец. Вот и наш герой. Мы тобой гордимся, Аполлончик. Молодец. Чуханич. Расческа-то как огромная, как мочалка. Скажешь, что мы мочалкой почесываем. Да? Что там? Причесанный? Да. Зализанный, зализка. Давай обратно? Да. Котенок. Он уже устал. Ой, нет, тут наснимешь, да? Наснимешь? А? Смотри, рука отекла. Ну тут слюни как бы. Ну, ничего страшного. Привет. Мы, правда, еще не умылись. Надо челочку пригладить, а как у Трампа приподнялась. Трамп. Котенок сейчас наш маленький. Я уже не маленький, уже подросток. Маленькая колбасятинка. Разговаривает. Да.
Вот, икаем теперь. Чё, папа, давай поношу столбиком. Как у дракончика. Угу, аж побелели. Да, купаться, давай ножички наши. Да, маленький, вот так. Вот так, давай. Давай помоем. Вот пятки. Ой-ой-ой, что там такое? А? Что там такое? Что там такое? Давай, складывай. Мне водичка нравится. Она, скажи, не мыльная, но нравится. Вода, скажи. Скажи, непонятно на вкус. У мамы молочко сладкое. Так, это что там было? Нет, нет, это оно. Это не-не-не. Это он ногой, видимо, об ванночку задел, и получился такой звук. А то воду не... А, в принципе, там есть горячая. Да хватит тебе руки. Давай сюда. Вот так, да, да. Вот так, вот так. Вот так. Вот так. Ручки. Складочки. Давай шейку, пока ты мне даешь. Вот так, шеечку. Давай, не бойся. Давай вот так. Не бойся. Он подсполз, его чуть-чуть повыше, просто надо приподнять. Вот шейку, дай мне вот сюда шеечку, 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 шеечку дай. Складочку дай. Вот так. Так, сколько там у нас градусов? Нормально для головы. Вот так, давай, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так.